На сегодняшний день уметь защищаться и вовремя реагировать на нештатную ситуацию стало жизненно необходимым, так как случаи хулиганских или бандитских нападений участились многократно. Предугадать подобные ситуации достаточно сложно, однако можно предотвратить роковые последствия, к которым приводит неподготовленность человека. Для этого не обязательно иметь с собой холодное оружие или иные средства самозащиты. Так как сам человек, если он владеет рукопашным боем и знаком с основами самообороны, сможет дать достойный отпор злоумышленникам. Центр тяжести, допустим, ну, там, на дальней ноге. И здесь происходит нюанс. Первое, если мы будем рисовать здесь, видите, у нас получается треугольник. Да? Мы начинаем что? Растягивать. Что такое растягивать? Значит, линию оси начинаем загружать ее сюда, а потянули угол, увеличиваем вместе с катетом. Это у нас на этот момент у нас вот здесь. То есть мы массу туда загрузили, здесь у нас нога сработает. То есть под своей массой, так как у него неудобно, вот он под своей массой, он выходит в равновесие, интересно равновесие. То есть у него происходит вес. Происходит. Это является как опора. В частности, вот это будет опора, это будет упор. Итак, опора. Мы можем воздействовать на опору, но она сейчас от нас далеко.
мы начинаем воздействовать на упор. Понимая, что увеличивая дистанцию от стопы к другой стопы, мы увеличиваем методику опоры. Видишь, нагрузка происходит еще больше вес. То есть это было бы равносильно, что мы подняли бы ногу. Но когда мы поднимаем ногу, мы ее держим. То есть вес его начинает держать. А нам этого не надо, и мы его уводим. Аналогично это у нас происходит на ногой. Туда задаем, сюда. Туда передали, сюда забрали. Вы можете это делать под любым углом относящимся состояния. Туда надавили. Выходясь отсюда, вот мы в равном стороне находимся в положении, а я чуть назад, туда ушел. Нечто аналогичное у нас происходит. Вот он встал. Ручки поставил и досмотрим, да? Аналогично. Загрузили, убрали, все, вот он у нас находится. Так, загрузили тут. Ручки вверх подняли. Готовы его засунуть. В случае любой его активности действия, мы его приседаем. То есть мы готовы. Досмотрели. То есть попробуем действовать. Что-то такое противодействие. Но мне только стекает. Вот, стекает. Я это контролирую. Если я вооруженный, пистолет контролирую. Вот здесь. То есть больше вот этого не снимаю. Там хакер находится. Вот. Если у меня есть веревка наручники, соответственно, я его придавил, ручку взял. Тоже видите, опора. Опора. Если разобрать, вот его тело стояло, вот его нога стоит, вот это опорная. И я начинаю в школе все играют в такие игры, да? Когда кто-то раз так, спиной там раз оперся, да, ножку выставил, да, и он раз вот так похло по ноге, похло упал, да, вот он логично поступает. И вниз отпускаем руку. Все. Не добив руку, а просто опускаем вниз. То есть начало синтезирования. Если мы будем сюда, видишь, у нас происходит. А мы начинаем. Там тот же самый закон, выполняем удар. Видишь? То есть, и вот мы тянем сюда, когда нам надо. Да, мы можем так тянуть. Видишь, опыт. У нас там нет. У нас начинается скорочающее движение. Ну то же самое. Так же удалить. Ничего, ничего, ничего. Во-во-во, скользи, 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 скользи. Вот оно. Не слегка вот так вот, да? Соскользи, да? Загрузи. Видишь? Пиши. У тебя не бедро. А я хотел вот уж сюда. Ты хотел его развернуть. На разворот не используешь вот. Ну да, на пол. То есть, первое. Не видите конец. Ну куда? Вы его тогда загружаете. Вам нужно и нагрузку. Масса тулики питались. Вот туда шагнул.
правило такое.